Добрый день, уважаемые дамы и господа. Good afternoon, ladies and gentlemen. Рада приветствовать на церемонии открытия 16-й Московской международной выставки «Охрана и безопасность. Противопожарная защита МИПС 2010». We welcome you to the official opening ceremony of the 16th Moscow International Exhibition Protection, Security and Fire Safety 2010. Позвольте представить почетных гостей, присутствующих на церемонии открытия. May I now introduce our guests of honor present here today at the official opening ceremony. Начальник департамента государственной защиты имущества Министерства внутренних дел России, генерал-лейтенант милиции Савичев Вадим Владимирович. Head of the Department of State Property Protection of the Ministry of Interior of Russia, General-Lieutenant of Militia, Mr. Savichev. Начальник управления государственного пожарного надзора Главное управление МЧС по городу Москве, Главный государственный инспектор по пожарному надзору города Москвы, полковник внутренней службы Найденков Олег Николаевич. Head of the Department of State Fire Supervision Service of the State Department of the Ministry of Emergencies for the City of Moscow, Chief State Inspector for Fire Supervision of the City of Moscow, Mr. Найденков. Советник президента по вопросам безопасности Ассоциации российских банков Казакевич Олег Юлианович. Advisor to the President of the Association of Russian Banks for Safety and Security, Mr. Казакевич. Председатель Центрального совета Общероссийской общественной организации Всероссийское добровольное пожарное общество Грусть Сергей Иванович. Chairman of the Central Council of All Russia Public Organization, All Russia Voluntary Fire Society, Mr. Grust. Заместитель председателя Центрального совета Общероссийской общественной организации Белоусов Константин Николаевич. Mr. Belousov, Deputy Chairman of All Russia Public Organization. И представитель Экспоцентра Бузёный Михаил Семёнович. And Mr. Semyonov, representative of Expocenter. Позвольте слово предоставить начальнику Департамента государственной защиты имущества МВД России генерал-лейтенанту милиции Савичеву Вадиму Владимировичу. Mr. Vadim Savichev, Head of the Department of State Property Protection of the Ministry of Interior of Russia. Добрый день, уважаемые коллеги. Good afternoon, dear colleagues. Нам очень приятно то, что такая выставка, посвященная проблемам безопасности и пожарной, и противокриминальной, открывается уже 16-й раз. We are very pleased that this exhibition dedicated to fire safety and security is opened for the 16th time. Очень приятно, что в наши непростые времена здесь, как вот мне сказали организаторы, порядка 30% новых участников. We are very pleased that, as I was told by the organizers, there are about 30% of newcomers to the exhibition this year, in spite of difficult conditions. Министерство внутренних дел России всегда с удовольствием участвует во всех мероприятиях, связанных с защищенностью объектов и имущества, и всегда поддерживает такие начинания и такие выставки. Ministry of Interior of Russia always participates in various events dedicated to safety and security of facilities and property and always supports such kind of events. Системы противокриминальной защиты имущества тесным образом связаны с системами противопожарной защиты. Anti-criminal protection systems are closely connected with fire safety systems. Поэтому эта выставка как раз является симбиозом двух направлений безопасности. And that is why this exhibition is a combination of these two sectors of safety and security industry. И мы от имени Министерства внутренних дел приветствуем всех участников и гостей этой выставки. On behalf of the ministry, we welcome all participants and guests of this exhibition. Желаем всем плодотворной работы, плодотворных связей. We wish you all productive work and effective contacts. Я думаю, что данная выставка послужит еще одним звеном в деле укрепления безопасности не только в России, но и в целом в Европейском Союзе, да и в целом в мире. And I'm sure that this exhibition will be another link in strengthening of safety and security not only in Russia, but in the European Union and worldwide.
Thank you. Спасибо, Вадим Владимирович. Слово предоставляете начальнику управления государственного пожарного надзора Главного управления МЧС по городу Москве, главному государственному инспектору по пожарному надзору города Москвы, полковнику внутренней службы Найденкову Олегу Николаевичу. Mr. Олег Найденков, head of the Department of Fire Safety of the Chief Department of Ministry of Emergencies for the City of Moscow and Chief State Inspector for Fire Supervision of the City of Moscow. Уважаемые организаторы, участники и гости выставки. Distinguished organizers, participants and guests of the exhibition. Главное управление МЧС России не первый год активно участвует в этой работе. Chief Department of the Ministry of Emergencies of Russia have been actively participated in this work for many years. На выставке представлены передовые образцы новейших достижений в области защиты противопожарной защиты. This exhibition features the best and the most advanced examples of technologies and equipment in the field of fire safety and security. Эти системы активно внедряются не только в области градостроительства. These systems are being actively introduced and put into operation in the field of city construction. Но и на действующих объектах, то есть эксплуатируемых объектах. And also at currently operating facilities. Выставка является своеобразной площадкой, на которой можно и обмениться мнениями, и выбрать соответствующий вариант противопожарной защиты. This exhibition is an excellent ground for exchange of experience between specialists and provides an opportunity to select proper equipment and systems of fire safety. Который удовлетворит не только в области требований пожарной безопасности, но и в области комплексной безопасности. And these fire safety solutions will contribute to ensure not only general fire safety, but the general safety and security. Важно отметить тот факт, что в работе выставки организована конференция. It is important to mention that a conference is organized within this exhibition. По комплексной защите объектов города Москвы. And this conference is dedicated to integrated safety and security of Moscow facilities. Я желаю всем участникам конференции плодотворной работы. And I wish all participants of the conference productive work. Спасибо за внимание. Thank you.